К международным новостям. Сегодня Дэвид Кэмерон проводит последнее заседание правительства в качестве премьера. Уже завтра к этим обязанностям приступит новый человек. Ожидается, что в среду премьер-министром Великобритании станет Тереза Мэй. Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй. Эти два имени в последние два дня на слуху у всех британцев. Сегодня у Кэмерона последнее заседание правительства. Завтра он официально подаст королеве Елизавете заявление об отставке. А пока прощается с министрами, в голосе чувствуются нотки сожаления. Завтра я приду сюда в последний раз. Я отвечу в Палате общин парламента на вопросы премьер-министру. Итак, у нас будет новый премьер-министр в этом здании у меня за спиной к вечеру среды. Тереза Мэй накануне стала лидером консервативной партии, хотя по плану ожидалось, что в ближайшие 9 недель ей придется бороться за право стать лидером консервативной партии и, соответственно, за пост премьер-министра. Но ее единственный соперник Андреа Летсом накануне отозвала свою кандидатуру. Завтра Тереза Мэй определит состав своего кабинета министров. Брексит значит Брексит, и мы сделаем его успешным. Попыток остаться в Евросоюзе не будет. Тереза Мэй заявила, что стать премьер-министром для нее большая честь и ответственность, и пообещала успешно провести процесс выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Она высоко оценила то, как Дэвид Кэмерон руководил партией и страной. Кстати, в оппозиционной либористской партии звучат призывы провести досрочные выборы. Тереза уже сегодня дала понять, что досрочные выборы отвергает. Ирина Евгеньева, Наталья Райм, Информбюро, 31 канал.